Они разбивали окна, крали бытовую технику и сотовые телефоны. Красноярские полицейские задержали банду молодых воров. Самому младшему из них 15 лет. За что задержаны были сотрудниками полиции? За вскрытие магазина сотовой связи. Сколько магазинов вскрыли, что делали? Воровали. Каким образом заходили туда? Путем разбивания окна. Банду малолетних подозреваемых задержали после 8 налетов на красноярские магазины. Сумма ущерба от краж 1,5 миллиона рублей. Все задержанные от 15 до 18 лет, есть уже сидевшие, опрашиваются. Идет сбор доказательств. Полицейские намерены найти места сбыта краденого и вернуть технику владельцам.